Привет! Пицца! Нужно отметить мою победу в конкурсе. Художественного свиста? С ума сошла? Конечно нет! В конкурсе по приготовлению пиццы я сама ее сделала. Молодец! Ну что, Алена, ты больше не слышала свист Микки Мауса? Больше нет. А ты уверена, что в прошлый раз свистел твой папа? Конечно, уверена. Он же подтвердил это. Вот бы убедиться в этом. Наверняка. Я дома. А вот и он. Можешь спросить у него сама. Привет, девочки. Это что, у вас пицца? Да. Алена сама приготовила. Угощайтесь. С удовольствием. Дядя Гриша, а это точно вы свистели ту мелодию Микки Мауса? Конечно, я. А вы не могли бы повторить? Конечно. У меня так красиво не получается. Ну, тренируйся, и все получится. О, а можно я запишу на видео, как вы свистите? Да без проблем. Что случилось? Я плохо свистел? Нет, все хорошо. Спасибо, дядя Гриша. Пожалуйста. Соня, у меня теперь есть доказательства. Доказательства чего? Вот, смотри. И что там? Дальше, смотри. Да что смотреть-то уже? Все. Как все? Микки Мауса видела? Нет. Что за черт? Соня, что это значит? Где он? Алена, ты меня пугаешь. Я клянусь, я видела его. Микки Мауса. И куда он делся? Я не знаю. Мистика опять. Ты что, мне не веришь? Ты же сказала, что мы от него избавились. Я верю тебе, но я правда ничего не видела. Тебе точно не показалось? Намекаешь, что я сумасшедшая? Конечно, нет. Надо позвонить няне Карине через домофон. Карина Иванова. Вызываю Карину Иванову. Встречается. Вы меня сюда пригласили, чтобы... Почему шагай? Я и свою часть рассказываю. Привет, привет! С вами шоу Микки Мауса! Вы спросите, почему я один? А все потому, что у меня совсем нет новых персонажей! А может быть, вы хотите им стать? Моим новым персонажем! Вы умеете свистеть? Умею. Вот и отлично! Тогда скорее идите сюда! Словно мне говорит, смешно. Ну, конечно, вам, Григорий! Что за черт? Откуда ты знаешь мое имя? Я все знаю о своих новых персонажах! Иди скорее сюда! Это что? Шутка? Ты со мной говоришь? Конечно, с тобой! Иди сюда! Ближе! Ближе! Почему она нам не ответила? Не знаю. Может быть, занята? Сонь. Я, кажется, догадалась, почему ты не видишь Микки Мауса. И почему же? Потому что ты не свистела. Но ведь папа тоже свистел. Почему он не видит? А вот это вопрос. Давай у него спросим, вдруг он видел что-то подозрительное. Да, пойдем. Куда-то вышел. Пап! Смотри, что это на полу? Я ушел и вернусь не скоро. Не ждите меня.
Что за ерунда? Ушел, а телефон на кровати лежит. Точно. Ушел без телефона? Соня, а вдруг это связано с Микки Маусом? Может, он его украл? Это вряд ли. Он, наверное, просто во двор вышел. Но что это за странная записка? А вдруг это не он написал? Алена, не паникуй. Мы обязательно во всем разберемся. Я придумала. Надо снова посмотреть в телефон. Вдруг я увижу там Микки Мауса. И что ты сделаешь тогда? Не знаю. Спрошу, что ему надо. Ну что, видишь что-нибудь? Пока нет. Ну-ка, посвисти. Ага, сейчас. Чтобы он и меня начал преследовать. Значит, все-таки веришь мне. Тогда я буду свистеть, раз ты боишься. Алена, скажи, что ты пошутила. Нет, он был здесь. Сейчас я позову папу, он нас защитит. Ты куда? Папа наверняка во дворе. Соня, не бросай меня. Чу, Микки Мауса. Соня, он здесь. А теперь представляем нашего нового персонажа. Григорий. Что? Дядя Гриша? Но нам по-прежнему не хватает новых персонажей! Да-да, тебя! Скорее, иди к нам! Оставь меня в покое! Алена, папы на улице нет, а машина стоит! Он, наверное, ушел пешком в магазин! Алена, ты где? Ты мне больше не подруга, я ушла. Не ищи меня. Что это еще за новости? Что? Значит, Алена была права. Что же делать? Значит, Алена все это время говорила правду. Пожиратель снов, приди! Баку, пожиратель снов, приди! Баку, пожиратель снов, приди! Скучали без меня? А где все? Меня что, просто так вызывают? Ну, наконец-то я дождался! Меня позвали поесть пиццу! Добрые люди! Эх, рано я обрадовался. Вечеринки не будет. Баку, нас преследует странное существо в маске Микки Мауса. Он похитил папу и Алену. Ты должен насвистеть мелодию из моего телефона, и все увидишь сам. Шоу Микки Мауса!
Не то слово! Я дома. Вы где все? В шоу Микки Мауса все больше и больше новых участников! Всем известные Григорий и Алена! А теперь поприветствуем нашего нового артиста! Что? Баку пожиратель снов? Я не поняла, что здесь происходит? Без паники! У нас просто вечеринка! Ребята! Поздравляю вас всех с началом учебного года! И если вы хотите купить крутую канцелярию, пеналы, рюкзачки, то вы знаете, где вы это можете купить. Кстати, о мерче. Скоро появится крутой мерч с Кирой. И вы его увидите в следующих сериях. Не гарантирую, что в следующей, но... Скоро точно увидите. А те, кто подписан на мой телеграм-канал, точно увидят это первыми. Всем пока-пока. Надеюсь, вам понравилось это видео. И до встречи на канале Непета.